Извините, я не берусь комментировать, не хочу. По событиям я не знаю. В событиях кто... под Верховной Радой, когда вот это я вот... Я события вот это, вот сейчас пенсионная, пенсии не будут давать. Туда пошли, сделали. Теперь сюда пенсионы сдать. Теперь с пенсиона пойдите туда. Теперь оттуда опять пенсиона. Примут, не примут. А там руководители наши миллиарды гребут, пожалуйста. Ну, я в Киеве не был, поэтому не знаю. А в прессе не читали? Ну, мне это не интересно. Вы не хотелось отвечать. Вы знаете, я не слишком хорошо информацию знаю. Мы не знаем. Ну, я не знаю, что сказать. Все, там все виноваты. Трудно ответить на вопрос. Спорный. Виноваты все. И в первую очередь, конечно, власть. Правоохранительные органы не досмотрели. Это их не вина в первую очередь. О том, что они должны предупредить были. А руководство не допустить? Нет, я не хочу на эту тему вообще разговаривать. Считаю, что это преступление, оно непростительное. Непростительное. Кто в этом виноват? Виноваты, конечно, начальники. Кто там начальник, тот виноват. Спровоцировали и «Свобода», и радикалы. Потому что они постоянно везде об этом говорили и неоднократно говорили, что они выведут людей к Верховной Раде, что и было сделано. Ну, а кто уже дальше все это организовал, конечно, пусть правоохранительные органы разбираются. Но так не должно быть. Были просчеты, поэтому надо было, конечно, продумать все вот до мелочей. Что не было сделано. Нужно было подключить, может быть, аналитиков, политологов, чтобы этот вопрос, который должен был рассматриваться в Верховной Раде, обсудить со всех сторон и рассмотреть возможные последствия, что сделано не было. Оно как-то поговорили, что будет рассматриваться, а никаких действий, никаких мер, кроме как выставить правоохранительные органы, ребят выставить перед Верховной Радой, ничего ж не было предпринято. Вот здесь, конечно, большой просчет правительства. Думаю, что тут без Путина не обошлось. Я не думаю, что в «Свободе» были настолько глупые люди, чтобы спровоцировать себя так. Так что, наверное, какой-то террорист, я думаю, там не один был с путинской стороны. Это он так и сделал. Может быть, какая-то доля. Есть, конечно, вины правительства, служб, спецслужб. Но я думаю, еще, видите, наша страна формируется только. Поэтому не все сейчас нельзя осмотреть. Порошенко. Ну, не следили. Надо думать наперед. Надо было как-то подготовиться к этому. Янукович. Потому что... Грабительское отношение к стране привело, как говорится, к революции и последующим, как говорится, событиям, которые произошли в стране. Невиноватых нет, потому что так, как мы сейчас живем, правительство виновато и то, предыдущее и настоящее. Без комментариев. Сама власть виновата. А в чем, скажите, вот как вы думаете? Ну, не могут порядок навести. Наверное, больше выходить к людям, вот так, к народу выходить, объяснять, говорить, почему, что и как. А если вот так вот говорить по телевидению, говорят одно, делают другое, там, а когда с народом ближе, тогда будет более честно и более справедливо.